Нарушение элементарных правил обернулось трагедией. На Байкале водитель УАЗика выехал на лед вне зимника. Машина провалилась на глубину около 200 метров. 84-летний рыбак погиб. Двое пассажиров успели выбраться из авто. Порой столь серьезной бывает цена беспечности за рулем. Тех, кто ведет себя столь же безответственно прямо на иркутских дорогах, покажем в новой подборке видеороликов. В безудержный пляс пустилась иномарка. Танец оказался коротким и закончился аварией на встречке. Такое выступление можно оценить в 5000 рублей или лишением прав до полугода, а также восстановлением обеих машин. У водителя темной иномарки явно талант. Исполнение его автохамской пьесы на высоте. Повернул налево с крайней правой полосы и врезался в другое авто. Неправильное расположение транспортных средств на проезжей части – так официально называется нарушение. Роль отъявленного нарушителя примерил на себя и водитель черного джипа. Растолкал всех и выехал с кольца не со своей полосы. Аплодисменты не заслужил, а вот штрафом в 1500 рублей автохама вполне можно наградить. Если и на ваших глазах нарушитель исполняет автохамские произведения, присылайте видео по электронной почте. Пусть о талантах узнают все.